All I need is love, 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 love. All I have is love, 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 love. Ничего себе, как ты оделась красиво. Вау, так красиво под загар. Я тебе ношу бледный цвет. Вот тебе очень идет. Даже в косынке? Да, так сильно оделась. Вкус вообще супер, Костя. Стиль идеальный. Серьезно? Серьезно? Вот мне зрители пишут, что у меня ни вкуса, ни стиля нету. Ну, видишь, просто у них кажется... У меня особый, да? Да, да, у каждого свой вкус. Она покажет, чем ты обута. А. Ну, у меня просто шлепает. Шлепает, шлепает. Да. Все, все идеально сошлось у тебя. Давайте я тоже поснимаю. Какая ты красивая. Давай. И Людочка тоже красивая такая. На подиум. Давай, давай. Все, видишь, сильные сегодня чувства, сильные сестренки. Да, идем на ужин, да? Пойдем на ужин, гулять. Мы вышли в 6 часов вечера. Все закрыто. Греки раньше 10 не выходят. Все пусто. Но мы вышли, потому что мы хотим, ну, занять столик, получается, и покушать, ну, без толпы. Мы такие отшельники, да, да. Можно так сказать. Чешуные греки. Потому что место не очень нужен. Громко. Потом и места не будет, мы не найдем. Вот. Да, и мы не найдем места. Ужин, да. Поэтому Зира решили раньше поужинать. Ну, в жаре, в жарень. Смешно, как шутка. Надеюсь, что у меня опять это не будет солнечно. Самое интересное, для греков... Я уже в косынке, что меня не пришло. Для греков пораньше, это в 10 вечера пораньше. А у нас пораньше это... До 10 прийти поспать. Да, довести успеть покушать. Детский график. Да. Так, почему мы вышли так пораньше? Потому что есть возможность выбрать место, да, за столиком, ближе к морю. Потому что чуть позже, то у нас уже выбор будет хуже. И места не будет. Да, море шикарное. И мы же с камерой, мы хотим все поснимать, а потом потемнеет. Тоже не хочется в потемках видео делать. А мы сделаем видео, когда будет закат уже, да? Тоже будет очень красиво. А мы уже после эфира, уже как раз будет закат красивый, да? Да, 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 тоже будет красиво. То есть мы пораньше вышли, намеренно. Мы еще туда погулять, если когда будет закат. Вот как раз закончится и сразу пойдем на закат, да? Да. На эфир мы выйдем максимум на час, я думаю, ненадолго. Но мы хотим еще покушать очень сильно. Да. Вот пустые столики. Выбирай, какой хочешь. А там, наверное, могут быть у моря забронированный люд? Нет. Нет? Твоя бронь, да. Ты пришел, тут и сел. Так, мы с Людочкой определились с рестораном. Хотим у моря. Тут такой кораблик с цветочками. У нас в Аркадии тоже, да, Людочка? Такой кораблик есть. Ой, да, да, да. И цветы есть. Уже... Скучаем по родным местам. Солнце, да. Чтобы солнце. Вот тут, может, тут? Там будет солнце, тут да, чтобы солнце не пекло. Или сюда можно садиться, или сюда, или вот где-то там можно. Ну выбирай, чтобы солнце не пекло. А там. А вот. Да. Давай, выбирай я. Так, мы с Людочкой определились с местом. Нас посадили на маленький столик, а мы такие. Мы не хотим. Угу. Мы сами себе выберем. А ты же подключилась, да? Нет. А, нет? Нет, мы же поедим, а потом прямой эфир. Это отдельное видео. Отдельно. Мы сначала кушаем, а потом, когда будем пить сок, мы немножко посидим на прямом эфире. Все, мы выбрали столик. Я уже говорила, не помню. Мы уже тут присели, хорошо, нам дали меню. И мы подключились к Wi-Fi. Снимаю очки, потому что я хожу... Красивая, красивая. Потому что да. Я обгорела очень сильно. Меня, короче говоря, вот такой вид не очень. Сейчас будем кушать с Ирочкой с таким видом. И Ирина будет проводить прямой эфир еще. Да, так слушай, ты можешь, когда покушать, можешь и напротив меня сесть. Да, а когда да. будет прямой эфир, ты можешь... Да. Сейчас мы закажем с тобой. Да, сейчас будем заказывать. Сейчас закажем мы с тобой. Мы пришли пораньше. Пораньше это получается... К 7 часам мы пришли вечером. Потому что там уже будет полностью забитое кафе. Обступус, да. Тут интересно то, что вот тут есть меню на русском языке. Да, вот, например, греческий салат. И тут есть все на русском языке и есть цены сразу. Салаты, салаты.
сегодня мы хотим прям морепродукты, кальмары, мидии. Вот Людочка хочет кальмары вот такие. Так. А Ира хочет... Кушечка, это мы кушали мусаку. Она, получается, мы думаем, что это за суп? Плов не хочу. Мусака. Да. Получается, вот, это была у нас мусака, традиционная греческая запеканка. Вот это мусака, что ли? Да, да. Запеканка с соусом бешамель. Вот такой, я так и почувствовала, да? Что там бешамель. Да. Такой нежненький был, да? Это был бешамель. Но я смогу дома, кстати, приготовить мусаку. То есть для меня это не проблема. Я поняла, что там внутри. Так, а мы хотим попробовать мидии. Греческие и кальмары. И салатик. Так, что тут у нас? Цены, да? Осьминог, мидии. А что, 4,50? Мидии жареные есть, мидии в томатном соусе и мидии на пару. Что ты еще хотела? И 2 сотки мы заказали, да, с тобой? Цены такие. Туристические цены, короче говоря. Вообще везде примерно одинаково по всей набережной. Тут мы думали, где-то есть подешевле. Разница может быть в 1 евро, да? А так в основном средняя цена одинаковая. И меню, да, у всех одинаковые. Традиционные блюда, короче. Людочка, ты такая красивая. Такой фон красивый. Ой. Да, поправься, красивый. Красивый у меня наряд такой, да? Знаешь, ты такая бело-голубая. Ага. Зонтики на фоне бело-голубые, море такое же. Смотри, даже скатерти даже такие. Все так, все ты цвет, просто как будто специально подобрала, да. Ну, я все в белом просто. Тоже нам красивый, подали салат. Будем пробовать и вам рассказывать, как, что, да? Да. Ждем основные блюда. Салаты, получается. Попиваем сок. Все греческие салаты, ну, как бы название одинаковое. Но все равно все делают по-разному. По-разному, да. Даже по порциям тоже. Угу. По количеству подъема, да, тоже разные. Да, все по-разному. Да. А мы сейчас ждем основное блюдо. Я тоже, кстати, вот ела с таким салатом греческий блюдо. Тоже начала себе дома делать, точно так же, по какому принципу, большими кусками резать помидоры, большими кусками брынзу резать. Но у меня дети, у них рот так не открывается. А смотрите, у меня не только сама кушает. Есть маслинки, видишь, большие какие. Да. Не разные, это черные и зеленые маслинки тоже. Красиво, можно так покрутить. Видите, у нас даже тарелочка битая. Все по-домашнему. Все по-домашнему, как у бабушки. Такие маслинки. Самое выпонесло, да? Помидорка, брынза. Это брынза, да, считается? Фета. Фета, да, фета. Mm-hmm. Кто брынзочку, кто фету ставит, да. Mm-hmm. Помидорка, что брынза? Оливки, перец, лучок, огурец, да, оливковое масло, лук. И лучок, да. И лучок. Приправы специальные, да, там для салатика. По-домашнему. Я сейчас буду плакать. Я не знала, что жареные мидии это в кляре. Жареные открытые тоже. Я тоже думала, что пожарят в этом соусе каком-то в кляре. Ну, может, картинку показать. А я такая, нет, я такая не заказывала. А потом это же фрай. Блин. А я думала, вот эти, знаешь, в кофточках. Ну ладно. Окей. Какой красоту. А, Люд, она с такими огромными кальмарами, я тут сижу плачу. Мы сейчас будем кушать. Но зато я буду знать. Кальмары сидим. Хоть по кальмару скушаем. Ну да, короче, будем есть Люду. Я буду подъедать у Люды кальмары. Да. Вот, у нас, смотри, у нас такая красота. Да, да, красота. С лимончиком, кальмарчиком. О, боже мой. Кто же знал? Ладно. Ну, а может они вкусные будут, я не знаю, будем пробовать. Так, Людочка, подожди, не ешь. Когда пришла еда, я забыла, что мы блогеры, я уже налетела на еду. И пробую кальмар. Вот, жареный. Спасибо, что не во фритюре. Сейчас попробуем кальмарчик. Я кальмарчик себе заказала, очень хотела. Да, я тоже хотела. Лид говорит, бери жареные, они дороже, вкуснее. Ну как?
Рассказывай. Вкусно? Вкусно. На гриле. Угу. Я тоже попробую, мне вкусно. Дочка, а ну возьми кальмар пока это. Мидию? Ой, мидию, да. И попробуй. Их руками надо... Я уже этим соком сбрызнула. А-а-а. Их просто есть. Их не надо раскрывать. Да, закидывай в рот. Ну скажи, что это вкусно. Очень вкусно. Да? Серьезно? Не зря они дороже. Угу. Надо больше лимончика. Давай, лимончик побольше. Очень вкусно, говоришь, раскрылась. Не, просто я себе другую картинку представляла чуть-чуть, солнышко засвечивается. Ты сказала, что я сняла эту косынку, потому что я похожа на младенца в чепчике. Мы тут смеемся. Блин, вкусно. Ну, я хотела тебе попробовать. Зато это без всяких отходов. Там надо будет сбрасывать, а ты видишь, уже такие жареные. Люда, расскажи, у тебя челюсти не болят смеяться? Да, мы это все путешествие, все время смеемся, мы все время смеемся. С нами вечно какие-то приключения происходят. А эти восьминожки будут вкусные, Ирочка. Я попробовала, уже очень вкусные. Все, смачного. Смачного. Едим и готовимся к эфиру. Успеваем, успеваем. Мы бежим после ужина на закат. Был у нас только что прямой эфир, правда, мы не поняли, что там случилось, но главное, что были немножко, да? Да, мы пообщались, мне тоже было приятно пообщаться с друзьями. Не получилось заснять, как мы получили от ресторана арбузик, но на прямом эфире это уже видно. Нас угостили, ну, каждого, там каждый столик, кстати, угощали. Да? Да, да. Мы туда заказывали. Да? Да, они где заказывают арбуз? Нет, нет, там девочка, или это только девочкам раздают? Вот там две девочки сидели, им тоже дали арбузик. Да. Посмотрите, какая красота! А там как красиво, мы сейчас пойдем на набережную туда. Да, мы бежим к нашей знакомой. Мы тут подружились с очень замечательным человеком. Женщина удивительная. Да, да. Вообще поездки нужны. Ты встречаешь, знакомишься с интересными людьми. Что-то от них новое узнаешь. Да. Вот она женщина. Она уже в возрасте, да, такого хорошего, ну, как не сильно такой, ну, за 50, да, женщина? Ну, так, где-то 50, да. Уже внуки даже есть, и она получает новое образование в своей жизни. И приглашает нас, девочек, кому за 45. Да. Учится, да, и нас обучает, так интересно. И мы прям бежим к ней навстречу, потому что хотим что-то узнать новенькое, да? Закат провести, да? И вы покупаться еще вместе в море. Да, мы вместе. Еще переоденемся. Ой, какой красивый розовый закат. Людочка. Господи, на набережной еще красивее. Мы успели. Все. Да. Все успели? Да. А как уже людей, да, много стало, ты заметила? Набирается улица, да? Ага, и так шумно. Мы такие, пораньше придем. Но мы все успели, что хотели. Ой, что хотели, то и успели. Но там такой красивый розовый закат. Люди идут, не видно, но я потом чуть позже включусь. Так, немножко отошли от людей. Толпы. Ой, как тут шумно. Ну тут очень красиво. Боже мой, красота. Немножко разведет. Но он так сильно, он реально сильно будет. Немножко разведет. Да, я тоже. Ну, тут дорога делает. Ради этого вида мы бежали сюда. Тут очень много людей собирается, чтобы заснять вот такую красоту. Это что-то невероятное. Вода отливает розовым. Камера не передает. Камера показывает оранжевый цвет, но на самом деле тут все цвета розового цвета.
Очень красиво. Кораблики. Да. Сегодня необычайный закат. И фотографии такие красивые получились. И свет так красиво падал. Город такой красивый. Это очень красиво. Халкидик, я буду за тобой скучать очень сильно. Я тебя полюбила. Хоть было тут и грустно, и весело. Все, пережили и стресс, и радости. All I need is love, 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 love. All I have is